Сегодня Дворец Независимости принадлежит вам. Не раз говорил и повторю, что он открыт для всех, кто стремится честно и добросовестно служить своему Отечеству и своему народу. Здесь создается история современной Беларуси. Принимаются стратегически важные решения. В обсуждении их участвуют люди, которые не боятся брать на себя ответственность за судьбу страны. И наш сегодняшний праздник – это тоже страничка истории, но истории нашей Родины. В этом зале присутствуют курсанты, будущие офицеры, которые уже могут и сами рассказать про долг Отечеству, о патриотизме. Это у них в крови, раз выбрали столь благородную профессию Родину защищать. И время сегодня требует от каждого из нас думать не только о себе, но и о стране. Как бы пафосно порой это ни звучало.